Москву украсят к Новому году и Рождеству в итальянском стиле. В нашем распоряжении есть утвержденный план оформления. Как посмотрим, что значит по-итальянски, как это будет выглядеть в Москве. Например, главное украшение города – елка. Будут итальянские мотивы, орнаменты и домашние елки в шарах и гирляндах. Вот как, например, это рядом с Колизеем. Кстати, в этом году чиновники московские обязали спонсоров дарить елки определенного размера. Городу не нужны маленькие или средние. Минимум 5 метров, максимум 20 метров. К итальянскому орнаменту чиновники добавили воспоминания из детства. Основными игрушками будут варежки и валенки. На праздничных улицах и бульварах украшения будут не только елки. Итальянцы любят украшать и обычные деревья, поэтому наши деревья в Москве оформят подсветкой и гирляндами, установят новогодние арочные конструкции, повесят световые панно. А цветовая гамма в этом году тепло-желтый и красный. Чтобы мы согрелись взглядом, за основу взяты примеры уютных оформлений городов Европы.